Набора времени суток. С вами Дима. И мы продолжаем играть за Россию. Погнали. Так, что у нас тут? Мы скоро возьмем это, мы скоро возьмем то, скоро возьмем все. Так, 52 тысячи. Вот сюда. Пойдут. Так. Лев взяли. Да елки, мотрелки. Сюда, там разберемся. Выйдите в Ахен. Потому что здесь может. А нет, еще нельзя. Ладно. Положить мир. А что? Что? Ладно. У них много денег, поэтому мы будем брать их деньги. Не выходу вот. Так, здесь у нас что? Со строительством флота. Почему товарищ транспортный? У нас тут всего 36, зачем нам столько? А, все правильно. Пусть будет. Но пока это... Пусть обновляется. Так, посмотрю, они решили сами осадить, поэтому пойдемте. Что у них там еще есть? Это вот? Нет. 39 надо. Так, эти 52 куда пойдут тогда? С этими воюем. Вот отсюда побить тех. Так, вы все не нужны, здесь нужно 39, 14 и 25, да? Так, 39. А это тоже крепость, да, 6 будет. Ну ладно. Так, отбились. Ну ладно. Люнибург нет. Проход Тимурины с кем? Центран Махвали. Нет, ты нет. Ты не можешь ходить. Тебе вообще это не зачем делать. Брабан взяли. Прекрасно. Берем следующую. Тоже 6 уровень, да. Брабанту мы можем распустить сли. А здесь... Пусть не подчинен, никто не подчинен. А я не распустить почему-то не могу. А здесь нету. Отмена. Реформа, а какая у них там реформа? Ой, пошли, пофигу. Развлекаемся. Магия отмена похода войск. Чё права нас? На что согласны? На деньги. Мне нужны деньги. Все ваши деньги или по рации, конечно. Ничего, надеюсь, австрийцы постараются ради нас. Да, пусть находится. Так. Где наши 52? Сейчас будем всех бить потихо. 52 тысячи. Давайте отсюда лучше.
этим ходом вот сюда. Так, спал здесь дым. Я бы с этими, может, и подписал. Мне нужна вот эта штука. На безопасности я не даю. Она мне очень нужна. Калич, Сандомир. Можем прям бюрократию. Доход ноль. Да, берем. Здесь стандарта нет. Отправляем. Так, так, дойдем в Исланд. Давайте их встретим в Исланде, только без вот этой вот штукенции. Так, интриган, пофиг, что у нас тут происходит. Стой, как стоишь. Так, остров Ислан и Ахен. Первый будет Ахен. Нажить мир, все дела, да, эти денежки, репарации. Отлично, отлично. Так, здесь что у нас? Тоже 39, как и может стать. Смысл нет. Иди сюда, ты идешь сюда, ты идешь сюда, потом сюда идешь. Так, поздно. Есть. Следующий вы. Как нет? Ты чё, офигели? Я что-то не понял. Я все взял у них, они не хотят. Ну ладно. Одни сюда, другой сюда. Так. Ну, давай, вот он. Второй раз уже. Чё, национализация, давайте. Так, что у нас с этими вот со всеми? Взаимно не надо, выплачивать, выплатим. Если не надо, здесь не надо, все. Хорошо. Немного сильно. Тут только стрельцы. Десятка много, не давайте все валить. Что там у них с войсками? 32 где-то брали. А, вот они, Прованс. Трех. Что здесь? Прованс. Нет? Еще нет. Ничего, сейчас вот эти все Айсен. Ага, Айсен. Сюда, сюда. Так, где у нас там колония? Типа захвачена, но блин, она не нужна мне. Так, сейчас еще одна закончится, потом надо сразу еще одна. А, вот три будет. Чего? Три, на смысле есть три или все-таки четыре сделать. Ну, давайте ISM сделаем. Сюда тогда отправим. Отправить. Хорошо. Хорошо. Что за задание, мама?
Скандит и Волхас. Блин. Ага. Надо русский, английский и Волхас. Не хочу Филиппины, Магадишу. Анжураны, кто мы? Ясы, мамлюки. И Оман. Маскат. Маскат. Это яс. Мамлюки, Каракай. Шико. Ладно. Нет, сейчас мы его из Европы разберемся сначала. Так, 52 тысячи, давайте куда там. Это надо вот этих поймать где-то. Давайте сначала соберемся где-нибудь, где можно встать всем. Вот сюда. Реформа литургии. Поддержать реформу. Да, поддерживаем. Строительство, налоги, двенашка, производство, девятка, управление, пятнашки. Пойдем. Брэда взяли. Ага. Что там? Приплыли, нет? Еще нет. Ладно. Тысяч здесь. Ладно. Здесь понятно. О, испанцы красавчики, красавчики. Ой, красавчики. Сейчас разберемся со всеми. Что у нас тут? 35. Еще один где-то должен быть. А, где он? В Холланде. Нет. Так, строительство. Мало. А, строительство мало. А что Голландия? Сейчас не все готово будешь, да. Ну нифига, они накопили. Что? И нафиг ваши земли не нужны. Только вот такие условия. Понятно. Все, я понял, не тупой. Эйнштейн взяли. Эйнштейн взяли, идем. Вот это еще раз возьмем. Новый комендант появится. Профессионализм второго ранга. А у нас сейчас, у нас третьего ранга. Да, поэтому пусть он будет. Так, конечно, сентября дождемся первого. Бисмар. Так, хорошо. Так, смотрим. Них только там. На это им как бы пофигу нужно, да. Или нет? Нет. Вот эти вот, кстати, можно дать. Упружение. Давайте вот этим я отдадим. Да. Я не понял, где их раскат? Стоимость кавалерии. Там нафиг не нужно. Вон они. Угу. Идем потом туда. С этими не воюем. Конницу не забрали. Еще что-то не забрали. Идем.
Давай быстрее бери. Вот. Теперь на ускоренном марше. Вот это еще надо. Так, Гольштейн. Все ваши деньги. Репарации. Больше нет вас, как бы, пока ничего не надо. Это отлично. Гольштейн, Орденбург, Перден, Брауншвейг, Саксония, Пфальц. Почему не могу-то? Уже все, я как бы все самопил. Оренбург не является, Голландия. Не Курпюс, не воюю, не воюю. Уже ни с кем из них не воюю. Что я перебор несколько сделал, 37 хватит, как бы. Сделаем так. Так. Возьмем неприятно. Ладно. Так, 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 так. Где? Пофигу на всех. Быстрым шагом убивай вот это вот. Так, где? Так, что у нас там? Чуть лезвие осталось. Стреляешь. Так, опять. Так и будем, да, бегать? По пару дней. Да блин, отстаньте вы от меня. Конец. Давай тоже сюда. И сюда. Тоже сюда. Вот и сюда давай. Сюда не так, и сюда давай. И сюда давай. Ты идешь. Здесь нормально все. Всех их сейчас. Они прикроют. Не там, пофиг. Так, здесь будет 11 ноября, они уходят 13, значит здесь. Ладно. Если мы это уничтожим, еще так сделаем. Давайте, чтобы уничтожить их. Это у нас Сварослицкий, который... Ага. Вот сразу иди сюда. Так, здесь могут стоп стоять? Могут. Все хорошо. Перекрался. Великобритания. Понятно. Давайте, дайте вам поститься, вот это еще дадим. Я добрый сегодня. Все, дать еще. И как раз когда... Ой, эти уже хлопнули, не самое интересное. Так, Монтуэ, Франция, Киван, Тенмора. А у них здесь вот такая колония, что ли? Ага. Ну,
Лихачи нормальный. Тачки не надо мне. Так. Смысл-то я тебе искал. Ага, вот. И четвертое нет. Мне на нафиг не нужно. Пофигу. Так, ладно. Все. Поплыли. Все уместились. Да. Быстрее. Вандерен находится и Вандерен. Я хочу распустить цели. Казаспелли с лопатой. Неприятно. Ой, это же мой Ганди. Не смешите мои ха-ха-хашки. Так-то и здесь все. Можно даже еще с кем-нибудь войну начинать. Пока это. Я добрый. Вот, например, с ним. Кто? Португалия, Брауншвейг. Португалия кто? Бранденбург. Гесса и Аканти. Или Оптив Тонус. Ну, ваш Черный Перец, вы уже воюете с Императором, понял. Их мы тоже, и мы тоже не можем бить. Я понял. Как скучно мы живем. Сиена. Казбейли нет у нас. Так, где мы? Опа. Тоже нет. Ладно. Нету, так нету. Здесь у нас зато есть войска. Поэтому не могу играть здесь. Чихар, монголы. Вейнсвис, монголы. Нет. Шум. Чахар. Хорошо, кстати. Вот, например. Давайте. И я знаю, что надо делать. Бежать сюда за всех ног. За всех ног. Это я дал. Собственно, запустится. Вот и канал. Тракай, Хансон, Функцион, Генчик, Крымчик. А, нет, ничего не надо. Вот, пофигу. Давайте шестые еще постараем, вот здесь шестые. И обязательно где-нибудь здесь шестую постараем. Тимурид — это вечно наш враг. Это наша проблема. Да здесь тоже и так пойдет. Шестая есть уже, пофигу на эти. От этих только монголов как-то. Да, там. На вот эта крепость. Где у нас? Вот эти берут. Значит, что вот эти. Вот эти надо в ангаре строить. Знаете, в ангаре поставим. Гре можно вообще. Вторую просто. Не, четвертую на самом деле. Четвертую. Она берет вот эти все. Хорошо. Значит, вот эти все. Кемерово. Да, вот так сделаем. Кемерово вот это все берет. Все. И здесь и потом как. Вот сейчас англичане развлекаются, смотрим. Да, решили. Ну ладно.
Так, элитарные не надо. Гольмрастов, Златоуст, все, Астрахань. Ну давай, приплывай уже туда, делаем высадку. Сюда. Антуя, да. Понять. Так. Да, ты беги туда. Спасай. С этими по-быстрому можно расправиться было бы. Да нет. А, он туда пошел. Калиш. И последний обращаем. Из тех, что у нас есть. У этих тоже ничего нет. У этих ничего не надо обращать. Хорошо. Захватили. А, теперь можно, кстати, Годунов 2 осаде, а этот у нас тоже на 2 осада пойдет. Так, возьмем вот это. Сейчас эти высадятся, этих всех. Так, Тюмень захватили. Наймарк мы обратили. Антепен взяли. Все. Отходим, отходим. Куда отходим? Когда нов один касади. Отходим куда-нибудь сюда, отходим. Где-то Варшава. Где Варшава идет? А вот этот вот, Никита Годунов, 654. Вот сюда идет, 654. А вот сюда становится вот этот вот товарищ Арсений. Эти 50 идут в Константинополь пока что. Не спрашивайте почему, так надо. Так. Подписываем с этими дурачками мир. Так. Чего нет? Чего нет? И вот так. Отличненько. Еще есть денежка. Справим 14, 33, 32, 23, 28, 28, 33, 33, 32. Так, все, давайте. Да, здесь входит сюда такое. Задание какое, все тоже, все спокойненько, идем вот это брать. Так, принять требования. Ежемесячное изменение Айбаэли получит 10 или потеряет, а стабильность нет. Так, ферма, проходите, Бранденбург, ходите, ходите, все, только отстаньте от меня уже. Поднять стрельцов. Они готовы. Кале. Кале мне не надо, это новая Голландия. Нафиг мне тоже не нужно вернуть. Ничего много держал в Исландии. Не хотят договоры. Ну и все. Думаю, это надо все. Закрыть, отлично. И тогда мы
уже могем, давайте пройдем вот сюда. Хотя я думаю, этого хватит. Давайте с помощью флота пополам на зелень. Что там, где находится? Ага, это наш супер-мега мужик бежит. Давайте пополам разделим все-таки. Один бежит, и сейчас где лов? Так, нет, команд еще не лов. Конечно, вот этот лучше. Катанов по-латынский. 4-4. Вот этого поставим сюда. Ой, здесь тоже нет командующего. Нет командующего, кто там орлов беги набежал. Ну, сюда поставим. Каганова. 3. Да, с время вот этому уйти. Да, он бежит. Беги куда-нибудь сюда. А ты беги куда-нибудь сюда. Так. Кто тут забывал? Мингаля. Понял? Так, идем сюда. Идем вот сюда. Так, перейти дипломат того шнуса. Ага. Где там у нас бояре? Никого уже, да? Тут министр тоже так себе, понимаете, тут инквизитор. Тогда просто вот этот пошлин, ну чё. Давайте просто на единичку пока поставим. Пошлин на колониальную дистанцию. Перейти. Все хорошо. 780. Сюда. Вот этого зафигачим. Так, здесь у нас сколько может стоять? Все могут стоять. Отменить. Иди помогай сюда. Свайга забрали. Джаблин присоединяется к республике вместо того, чтобы уступить эксплуататорам за пределом Нидерландов держал. Брамонт решил присоединиться к Нидерландам. Ха. Грауншейкский стал. Кустаная. Тебе. Понял. Нормально тогда. А, у меня еще Прованс же есть. Ой, я их про него совсем забыл. Еще не готов. Ну давайте. Хотя мне нужно оценить эти земли еще успеть. Вот такие деньги нужны мне. Хорошо, хорошо. Иди сюда. Приятно. Командир. А, понял кто. Не командир, а командующий. Адмирала берем. Да чё они все мне? Они хоть... О, пожарский народ. Они хоть ещё не бьют мне. Не одни те, что нужно. Теперь сюда. Ага, потом как-нибудь, не сегодня. Так, давайте высел сделаем, не пожалеем. Хорошо. Эссекс взяли. Нет, сюда. И сюда, давайте даже. Хотя она там бьется, знаете, сюда, что
Казахские пересекли. Где где мои? Тут мои. Будем гонять тут. Опа. Понял. Давай сюда подходи. Ты сюда беги. Остальных пофигу. Ну чё вы так долго-то, а, тут? Чуть-чуть осталось. Меньше баня сам. Воду взяли, ура. Иди сюда, сколько здесь еще? 36 иди. Все стоят не могут, все равно. Сверка на пище. Только вот нет, давайте. Где-то 36. Гений. Все остальные культуры как бы. Кто ни другой гений стоит. Кто у нас 50 маршалей? Где он? Хорошо, еще один где. Так. 58, я понял. Сильный лоб. Тело сюда на двое идти. Так. Так, тогда тут. Ну, куда мне 50 может стоять? Понятно, что мы можем где-то здесь стоять. Куда сюда иди. Вот так. Ты. Так. Те там, те там, там. Все. Там, там, там. Идем сюда. Думаю, что-то 4000 последних обновишься. Сигнификент. Давай пополам сюда. Пополам сюда, вот сюда. Так, это так будет. Леса. Житель Тарана. Алкаши взяли. Ты еще их разбили. Да идешь. Сюда. Сюда. Ну ладно. Так, чего я такой? Это не пчелой. Стали есть? Тройка, стройка, перестройка. Еще пару университетов построил. Так, производство, девяточки, налоги. Торговля. Торговля это хорошо, конечно. Давайте вот тут 32 еще есть. 32, 29, 28, 25. Носки военные. Давайте 28 здесь. Так вот. Все. Так, здесь у нас вот так вот она. Ага. Ой-ой-ой-ой. Слушай. Давайте с англичанами попытаемся. Нет, почему? 28. Ну ладно. Сюда иди. Вот теперь я не знаю, успею разбить их или нет. Такая вот Троицка, Печерская, я не знаю.
Так, обувь. Обновляем. Обувь сюда. Обувь сюда. Так. Что у нас здесь? Куда идем? Все ровки, гамоты. А если мы вот так вот сделаем. Кент взяли. Ай-2 взяли. Глянь так, конечно. Чё про вас? Согласен. Отлично. Остался только Люнебург. Так, нет, нет, нет. Сейчас основные события у нас здесь. Так. Походу, жопа. Уже не отменить, да? Так, они прошли. Так, нам надо. 30 октября, если я так сделаю, 28 октября, то есть мы раньше придем, все равно, да, так что мы будем встречать. Так, мы не передумали, ну ладно, познали. Голод-шир взяли. Да. Так. Еще один корабль где-то идет. Так, так, так. Кто из нас кто? Тут единица, тут двойка. Дойдут, бельдозов пойдут. Ага, разбиваем. И обратно. Уже так. Вот так вот. Великолепно, это из 2. Так, кто здесь? От синий пойдем тоже сюда. Вы, братенька, стойте, тренируйтесь. Нет, шире наш. Дальше. Все. Все. Нас пойдем вот сюда ставим. Можем осадить. Сюда никак, сюда никак. Сюда, сюда. И дальше. Сюда. Сюда, да. И сюда. Все, сюда становится. Да, хорошо. Дальше. А, Люнебург можно забрать. Так. Ну да. Лучше надо, да. Деньги. Вернуть. Да, наверное, да, да, буду. Артмак. Да. Канои, почему бы нет? Вообще пофиг, конечно. Но выдержал вот сакси Майнбург плюс договора. Это было выплата репарации. Хорошо. Где там? Ковляем пофиг. Ковляем. Отлично. Только сначала мы немножко анализируем все. Так, делаем. Ничего не надо помогать, только вот Рупин Магдебург. А Визмар чё? Её знамение, понял?
отказаться от телефона, но да, я какие-то очень лежала, наверное, кому не нужна. Так, здесь у нас в этом фронте что? Давай, блин, ты можешь быстро ходить, нет? Быстро вот сюда. Быстро дуй. Да. Вводим военный налог еще. Неприятно. Неприятно. На этот не успеет, как бы я не хотел. Ступим лучше что-нибудь сюда. Так, сделаем. Ты вот там беги тоже. Нет, ты вот так беги. Вот так. Богатство Китая. Получит область Северная Джунгария. Претензии, конечно, нафиг не участие. Что у нас там? О, 94 уже с османами. Что можем сделать? А, сорвать вербовку, оклетать купцов. Оклетать купцов, оклетать. Кажется, это неплохой вариант. Офигеть. Нет. Попал я, конечно. Ладно, здесь национализацию ждем. Лондон готова. Что еще готово? А какую-нибудь еще область? Вот это. Нет. Это нет. Так, а чё вообще что ли? Ладно, берем репарации. Репарации, деньги нет. А, вот так надо. Отлично. Национализируем. Так, давайте. Так. Сюда 36 сюда. Здесь нет команды, еще оставим. Так, ну оставим вот сюда, наверное. Хотя нет, того лучше. Да. Ну, пусть там стоит. Это тренирует. Сколько здесь? 26. 25. Так, с этим пусть пока остается. Там-там-там-там-там-там. Давайте сюда. И сюда. Нет, вот это здесь, дайте. Так, здесь что у нас? Только папаша римский остался. Убьем папашу. Поэтому ты мне как бы уже не нужен. Беги вот сюда. Варшаву вставай. Так,
У меня теперь проход здесь нужен. Надо что-то случится. Попрошу кого-нибудь пройти на ту территорию. Так. Надо убивать это все. Здесь у нас двоечка все. Так, здесь поставим. Да, вот этого пока. Нет, тренироваться не надо. Поплыли сюда. Давай. Так. Они надо 4 еще. Дай туда. Сюда. 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 Да так. Ага. Понял. Так, сначала национализируем, потом подписываем. Не раньше. Производство. Знаете, я не хочу. У нас 8. Так. Чё там? Со строительством у нас 4 строится. Угу. Так, ещё вот это... Здесь это надо поставить. Здесь нет, не здесь, вот здесь. Или не здесь, здесь этот, да, там, там, нет, этот, вот этот там, этот там. Так, сделаем, посмотрим. Так, эти, да, да, надо вот бутеха, то есть бутеха, чтобы она бутеха потом указала. Тогда сделать надо, чтобы вот эти вот тут вот сюда надо ставить. Харбини надо ставить, харбини вот эти вот. Блин. Может, манджуры сейчас станут, вообще хорошо будет. Сюда. Харбини сделаем. Ничего не сделаем. Ладно, пусть деньги будут. Национализация. Сколько у нас будет идти? На какого? На волный ход, ну, здесь 81. Погода еще. Нормально. Так. Выбрать. И защиту торговли делать. Хотя он там Любик. Ла-Манш. Ла-Манш. Любик. Тела или пусть внутреннее море все-таки. Так, вы, да, пойдите дальше. 69. Берите вот этих. Нет. Вы как раз идете. Подождите. Еще раз всех поделим. И выделим вот этих. 38. Там. И сюда. А вы выйти на защиту торговли. Так,
Так, вы объединяетесь. Идете куда-нибудь. Куда-нибудь идете. Сюда. А, пока. Пока поезда сюда придут. Тех высадим тоже сюда, там посмотрим. Потому что 50 есть где стоять. 4, 45. Ну, по 25 станут. Там посмотрим, что дальше будет. Думаю, стоит закончить на этом серию. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте мне нравится. И пока-пока.